Девчулечки, мои красотулечки, всем привет, мои красавицы. Девочки, вы давно меня просили, Наташа, отпусти каре, отпусти каре. Девчонки, вы сами видели, как я его стригла, отпустила каре, ну и? Ну, девчонки, не могу, не знаю. Вот я встала, вымыла свои волосы, высохли они у меня, и чего? И чего, девчонки? Ну, конечно, вроде бы так бы и ничего. Так, за окраску прошу прощения, потому что я скоро буду краситься, опять перекрашиваться. Вам обязательно я покажу, как я это буду делать. Обязательно, девчонки, расскажу, все покажу. А сейчас я хочу с вами и посоветовать изменить свою стрижку. Почему? Я считаю, что каре это не мое. Не мое, девочки. Вот что хотите со мной делать? Мне не хватает на макушке объема. Что мы будем делать с вами сегодня? Мы с вами будем делать из обычного каре состриженное каре. То есть каре-каскад, так скажем. Понимаете? Ну, во-первых, я сниму вот эти свои сеченые концы. Здесь еще у меня, я так считаю, что это у меня остатки химии, которую я делала сама. Кто не смотрел это видео, посмотрите, если вам это интересно, как сделать химическую завивку дома. У меня это видео есть. Я могу оставить его вот здесь или вот здесь где-то. Зайдите и посмотрите, девочки. Так, что мы делаем? Долго разговаривать не буду, потому что вы не любите, когда я с вами долго разговариваю. Начинаю стричься. Для этого мы с вами будем делать стрижку так, как мы с вами делали. Помните, можно сделать стрижку в один хвост, все собрать и состричь. Вот так. Я думаю, что давайте в этот раз мы так с вами и сделаем. Ух ты, ух ты! Что-то мне даже стало жалко такую мою длину, если честно. Да, девчонки, что-то стало жалко. Поэтому можно сделать и вот так. Так, кстати, у меня, по-моему, это видео есть тоже, где я стригусь в один хвост. То есть мы собираем все в один хвост на макушке. Вот так вот делаем с вами резиночку, отделяем сколько нам нужно и состригаем вот это вот все. Ну, не так, как мне надо только макушку подстричь, а длину свою сохранить, поэтому я буду делать так. Я отделю только волосы на макушке. Эти волосы я оставлю. Так, как я буду отделять? То есть, вот видите, где у нас вот такая выемка с вами? Вот, видите, выемка. Вот от этой выемки мы с вами идем и соберем как бы полукругом вот так вот все волосы. Давайте я видео ускорю, потом вам покажу. Понадобятся с вами резиночки, вот такие силиконовые, ну, какие мы с вами всегда пользуемся. Хвостик делаем на середине, не туда, не вперед, а вот на середине фронтальной зоны, так скажем, или шляпная зона, кто называет. Вот мы с вами сделали хвост. Вот так вот я покажу вам, девчонки, вот хвостик, видите? Давайте его опустим пониже. Уже красота. Да, девчонки, уже красота. И сейчас мы будем состригать, ну, я думаю. Так, девчонки, сразу вам рассказываю. Кто будет стричь как бы типа под каскад, не делайте здесь коротко. Если вы вот так подстрижете, вы сами понимаете, что это очень коротко. Правильно, девчонки? Не надо этого делать. Надо хотя бы, ну, давайте вот на первое время я состригу вот так. Давайте, вот. Что мы для этого делаем? Мы можем, чтобы нам было легче, одеть еще одну резинку. Давайте я сделаю еще одну резинку. Так, это короткая, она вылезла, ну и бог с ней, пускай она вылезла. Вот так. Я думаю, будет нормально. Угу. Расчешем наш хвостик. Ну, что тут жалеть, да? Правда? И давайте мы вот это сострижем. Угу. Я думаю, так будет хорошо. Совсем думаю, да? Может, еще чуть-чуть, а? Как вы думаете? Может, еще покороче? Ладно, давайте пока так оставим, да, с вами. Ну, вот эти пускай отпускаются у нас волосы. Тоже, конечно, они тут оставляют желать лучшего. Но ничего, пускай. А это мы сейчас с вами сострижем.
Берем ножницы, ничего не боимся, держим вот так и состригаем. Угу. Стрижем, 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 стрижем. Кто говорит, что стричься самой нельзя, можете приговаривать. Снимаю с себя все плохое, все негативное, беды, горе, нездоровье, уходи, а счастье, любовь и здоровье, приходи ко мне. Так, все, сняли. Вот и постригся и стрижка. Нет, конечно, я шучу. Желательно это все. Резиночку мы снимаем. Берем теперь филировочные ножницы, чтобы вот такая кисточка у нас не была какая-то, да? Видите, как обрубленная. Это, ну, ничего хорошего, так скажем. Мы берем с вами вот этот наш хвостик. Вот, смотрите, какой у нас хорошенький получился. Берем ножницы филировочные. Что это такое? Кто, девчонки, не знает, это вот, знаете, да, зубчиками такие ножнички. Вводим, не вот так филируем ножницы. У меня есть такое видео, как делать филировку. Можете найти это видео, посмотреть в плейлистах. Вводим под 45 градусов и вытаскиваем. Вот так, то есть, девочки, прищелкиваем, вытаскиваем. Не надо сильно глубоко. Вот так. Вот видите, мы филируем. Это все филируем. Вот так, вот так, вот так, вот так. Ничего не бойтесь. Много она, эти ножницы у вас не состригут, не снимут. Но так, скажем, под 45 градусов, девчонки. Вот, вот так. Снимаю с себя все плохое. Беды, все горести. Несчастье уходи, а любовь, счастье, здоровье. Приходи. И хорошие люди на мой канал. Ну вот, видите, какие они уже стали. Видите? Можно чуть-чуть, даже, может быть, я еще сейчас еще чуть-чуть поглубже пройду. Вот так. Давайте немножко. Как-то вот так. Не сильно сверху пышно много, да прям уж густо и не надо. Вот так. Ну вот какой, видите, у меня стал веселенький уже хвостик. Не какой-то обрубленный, да? А более-менее такой уже полегче. И теперь бу-бум, снимаем с вами резинку нашу и смотрим, что у нас с вами получилось. Фу-фу-фу-фу. Слишком много чирикует, поэтому я вся в волосах. Ну вот оно! Ну вот оно, действительно, что мне надо. Ну, девчонки, ну скажите, стало лучше, а? Ну, правда, напишите обязательно мне в комментариях, что посмотрите, как хорошо стал, попышнее намного стал. Так, ну вот, давайте я вам сзади покажу. Совсем другой разговор. Сейчас я пойду уложу свои волосы немного и покажу вам, что у нас с вами получилось в результате. По-моему, прям очень хорошо. Прям очень хорошо получилось. Вот и все. И вся хитрость, девочки. Было каре, а стало каскад каре. Или как его еще называют, состриженное каре. Сейчас покажу вам, как это будет выглядеть с укладкой. Ну вот, девочки, я высушила свои волосы. Уложила свою, так скажем, прическу. Да ну какая прическа? Конечно, еще раз говорю, просто посушила и уложила. Можно на одну сторону вот так сделать. Вот. Это будет, так скажем, повыше. Видите, девчонки, ну нехорошо, когда, да, чуть выше. Ну что там говорить? Получше, конечно, стало прям намного. Вот. Ну вот здесь вот длину еще отпущу. Свою любимую. И будет хорошо. Ну как-то так. Кто новенький, девчонки, подписывайтесь, давайте дружить. Для вас у меня еще будет много-много интересного. Извините, я пропадала, я это прекрасно знаю. Простите, извините, многие писали. Наталья, куда вы пропали? Я вам обязательно расскажу. В ближайшее время я сделаю прямой эфир для своих любимых подписчиков. Девчонки, так что ждите обязательно. И там я вам все расскажу новости. Что у меня было хорошего, что у меня было плохого. Ну, короче, с вами я, девчонки, поделюсь своим личным. Так что всех приглашаю на мой прямой эфир. Когда будет, девочки, ничего обещать не буду, но я считаю, что в скором времени я обязательно прямой эфир, даже, может, на той неделе я сделаю, а может быть, и в ближайшее время. Пока, мои красавицы, люблю вас всех. С вами была я, Рубцова Наталья. До новых видео. Пока.